На Серебрянский ГЭС отмечают повышенный приток воды из-за обильного паводка. Глава региона Андрей Чибис проинспектировал гидросооружение. Выдержит ли такое половодье станции? Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с гендиректором «Газпром Энергохолдинга» Денисом Федоровым осмотрели с воздуха гидротехнические сооружения каскада Серебрянских ГЭС. Напомню, что 7 июня из-за сложной паводковой ситуации в этом районе был введен режим повышенной готовности. Впервые такую ситуацию мы видим за последние 1000 лет. Очень большой паводок, гидротехнически существующие сооружения не предназначены для спуска такого большого объема воды. Тем не менее, своевременными действиями оперативного персонала ТГК-1 филиала «Польский» были открыты холостые сбросы, полностью загружено было энергетическое оборудование. Сейчас в районе продолжается активное таяние снега, поэтому гидротехнические сооружения держат под пристальным вниманием. По словам специалистов, даже если возникнет угроза подтопления, то в зону риска не попадут промышленные и хозяйственные объекты, а также населенные пункты. Ситуация находится на контроле. Все необходимые действия даже вот в такой уникальной ситуации, они реализуются. Очень надеюсь, что не придется действовать по сценарию критическому. Из-за половодья до сих пор ограничен въезд Туманный. В поселке сформирован запас продовольствия, а на случай возможной эвакуации сотрудники МЧС обеспечены транспортом повышенной проходимости.